Задача, как я понял, формулируется просто захватить весь город. Опа! Ох, черт подери, это... Ух, сейчас будет штурм мола, и я чувствую, сейчас будет действительно жарко. Привет, меня зовут Кайса. Я занимаюсь своим YouTube-каналом и очень стараюсь над каждым видео. Я бы хотел поделиться этим с вами. Надеюсь, вы его зацените. В основном я снимаю развлекательный контент по Гаррис Моду. Прошу не игнорировать мои слова. Я постараюсь радовать вас своими видео. Подпишитесь на мой канал. Я не оставлю вас без внимания. Ссылку вы найдете в описании. Я жду каждого. Спасибо за то, что потратили полминуты своего времени. Жду вас на моем канале. Вот у нас весь, дорогие друзья, мы играем в Гаррис Мод. А играем мы на сервере Героя Республики или же а-ля Heroes of Republic. Тут есть Легион, внимание, Асоки Тана. IP и ссылочка на сервер будет в описании. Поучаствую в боях за Мандалор, прямо как в мультсериале. Также топ-комменты на твоем экране. К сожалению, поместился только один, не суди строго, пожалуйста. Но если ты хочешь сюда правда попасть, спускайся вниз и пиши свой креативный коммент. Не забудь поставить лайк и подписаться на канал. Всем я желаю приятного просмотра. Итак, команда Red. Противник засел глубоко в городе и охраняет почти каждый его коридор. Огромные полчища врага не дают нам произвести максимально точную разведку для вас. Однако, можем сказать точно, что командует всем этим делом Гар Саксон. Я думаю, что по боевым сводкам вы его должны знать. Задача, как я понял, формулируется просто захватить весь город. Принято. В общем, задача ясна. Взять Мандалор, Асока Тана, Капитан Рекс. Легко, блин, за Асоку можно и порвать, в принципе-то, почему нет? Мы все, как всегда, за Капитаном Рексом, главное аккуратность и... Так, там у нас кто? Асока Тана уже готова, все, я понял. Но мы пойдем за нашим командором, хоть она пусть и не командор, хоть ее пусть исключили, но для нас она навсегда останется тем самым командором, клоном Асока Тана. Давайте, командор, мы всегда за вами, мы никогда вас не бросим, всегда прикроем, всегда подсобим, как говорится, так. Но вроде тут спокойно, твилечки есть сладенькие, ну ладно. Так, на крышах вроде никого, вроде все чисто. Смотрите, блин, надо смотреть в оба, потому что мандалорцы, как я понимаю, мола, они могут быть везде. Пошли, пошли, бойцы, пошли, давайте. Только аккуратно смотрите в оба, что ж вы прям так идете, уверенные в себе. Оп, оп, вот первое сопротивление вижу. Огонь, огонь, огонь. Все равно вам не спастись, уроды, мы воюем за родину, воюем за Мандалор. Но, точнее, помогаем мандалорцам. Поражение, но не высовывайтесь. Задание понятно, задание понятно. Так, давайте аккуратненько, аккуратненько. Аккуратно, вон, вон, вижу. Вижу. Так, пойдем по левому флангу, пожалуй, вместе с Асокой. Меня немного ранили, но я буду держаться. Вон, вижу одного урода. Все, минус, отлично. Ух-ух-ух-ух. Так, это уже наши. Тут все чисто, великолепно. Тут мы все прорвали. Чертовы мандалорцы, предатели. Ох, черт подери! Это что-то с чем-то. Господи, так, надо аккуратно действовать. Капитан Дракс, может, вы тоже будете действовать? Так, аккуратно, аккуратно. Так, давайте. Мандалорцы тоже нас прикрывают. Отлично. Давайте, используйте джетпаки. У вас же они есть. Так, черт подери. По правому флангу, аккуратненько, аккуратно. Так, тут уже там Асока всех зарешала. Командор, аккуратнее, не лезьте под пушку. Ух-ух-ух, так, аккуратнее, аккуратнее. Надо проверить этажи. Черт подери, прям передо мной появился. Так, тут вроде все чисто, отлично. Тут вроде тоже все чисто, все великолепно. О, вижу. Прямо хедшот. Главное сейчас быть аккуратно максимально. Ух-ух-ух. Господи, получи, урод, получи. Я хотел проникнуть в кабинет. Скорее всего, Гар Саксон будет там. Так, в кабинет, так, отлично. Где кабинет? Ну, вероятнее всего, раз тут много охраны, значит, он где-то тут. Да, вижу лифт. Блин, надеюсь, меня повысят за такую службу, потому что это просто нечто. Так, нашел лифт. Урод, видно, это лифт прямо в его кабинет. Так, это наши идут, отлично. Так, как там была охрана, так, я жду. Асока, командор, я нашел лифт. Скорее всего, ведет к кабинету. А что ж он не спускается? Ли это уже лифт? А, это уже лифт. Командор, поднимаемся. У командора все лицо в крови, господи, вы на это взгляньте. Ну все, погнали, поехали. Ух, ну все, готовимся к мясу. Сейчас будет нечто. Так, аккуратно. Пошли, вперед, Асока, вперед. Господи, аккуратнее, вперед. Пошел. Так, аккуратно. Все, там справа уже всех порешали. Вон он, вижу этого урода. Так, максимально аккуратно надо действовать. Все, вроде все чисто. Вон это урода, все, минус. Все, всех ликвидировали. Отличная работа. Благодарю, командор. Командор, а где он? Скорее всего, его нет. Черт, он сбежал, что ли, или что? Я не пойму. И это еще что за взрыв был? Это что за взрыв был? Вы это слышали? Командор, а что это за взрывы? А вот хрен его знает. Взрыв основных архивов? Черт подери, взрыв основных архивов? Вот это хреново, господи. Система безопасности активна. Черт подери, это ловушка. Господи, аккуратнее. Блин, шпилька, держитесь. Вернее, командор, держитесь. Давай. Все, отлично.
Взорвали, господи. По сканированию к главному входу подобралась значительная часть подразделений противника, по всей видимости, готовится к штурму. Черт подери, да сколько их уже там, господи. Пройдемте, бойцы, пройдемте. По одному, аккуратненько, капитан Рекс, после вас. Сейчас будет жарко, чувствую. Боец, ты идешь со мной. Так точно, сэр. В общем, я иду за капитаном, но судя по карте, ребята, это, конечно, НРП-инфа, но чувствую, там будет сейчас жарко. Сейчас мы с вами и увидим. Ух, сейчас будет жарко. Так, нам за сокетаны идти или как? Давайте посмотрим. Ни хрена себе, сколько их там, вы это видите? Господи! Я думаю, я надеюсь, что мы справимся, боже мой. Охренеть, давай, Асока, давайте, и мы вас верим, господи, вон, охренеть, блин, мне сбрили щиты, я немного отступлю. Аккуратнее держитесь, вон, вижу их, господи, сколько же их там, давайте. Вперед, бойцы, за командора, давайте, вперед, я в нас верю. Вперед, все, отлично, минус, вроде, вон он, еще урод прячется за колоннами. Все, вроде все чисто, правда, у меня с боезапасом проблема, вот уроды потные, куда залезли. Блин, у меня проблема с боезапасом, осталось 3 лазера и все, мне конец. Мне надо взять тогда DC-15C. Так, у меня еще тут есть патроны и все, блин, к сожалению, мне пополнить боезапас даже негде, это плохо, ну ладно. Это печально, но атаку мы отбили, это великолепно, превосходно. Ух, ну давайте ожидать дальнейших указаний от нашего адмирала, командора и капитана соответственно. Но это, черт подери, уже не шутки шутить. Сколько же здесь полегло мандалорцев, господи. Ладно, надеюсь, все будет хорошо. A few moments later. А как Гарсаксон уже задержан, необходимо сосредоточить все силы на захвате города. Так точно, давайте, я не против. Пошлите захватывать, я только буду за. Мне тоже тут надоело сидеть на одном месте ровно. Я же клон боевой, правильно? Я привык воевать, захватывать и уничтожать. Ну и еще превозмогать. Вот, давай, Асока. Ни хрена себе там их. Они повсюду, черт подери, они сверху и снизу. Давай, работаем поверху. Ни хрена их там наверху. Мы на это гляньте, офигеть, я в шоке. Все, благо я всех снял, отлично, потихоньку будем продвигаться вперед. Пошлите, вон они, уроды. Умрите, твари, умрите, блин, мне требуется медпомощь. Ладно, давайте потихоньку продвигаться вперед, будем позади, потому что не хочу я умирать. Вон, у нас уже потери. Брат, мне тебя жаль, ты погиб как герой. Так, будем аккуратно Ни хрена, черт, мне плохо, помогите, не чувствую ноги. Захваченный Гарри Саксон сообщает, что Моу находится в баре. Судя по всему, вы близко к нему. Может, пройдетесь туда? Ух, сейчас будет штурм Мола, и я чувствую, сейчас будет действительно жарко. Но действуем по команде, давайте. Один. О, это... Ну, это охрана, это было легко. Я думал, это уже сам вход к Молу. Давайте, парни, аккуратно, работаем аккуратно. Блин, тут еще один проход. Это прям для него кайф будет. Потому что он сейчас сделает вот этот свой кувырок, и нам всем конец, парни. Так что аккуратнее. Вон там у нас уже потеря. Граната куда-то сюда вроде залетела, нет? Нет, вроде она полетела туда, куда надо. Так, жаль, у нас уже потери. Парни, аккуратнее, работаем аккуратно. Вон, справа вроде, нет, мне кажется. Давайте аккуратно. Ни хрена себе, вот это взрыв был. Так, аккуратнее, там похоже на мину нарвались. Там видно, там уже кого-то встречают. Там, пацаны, там мины как бы. Надо действовать максимально аккуратно. Так, надо... А, мина, охренеть, смотрите. Боже мой, она прям перед нами взорвалась. Господи. Так, сейчас надо максимально быть аккуратными. Вроде мин тут больше нет. Там ничего нету, но мины есть. Так, я понял, ничего нет, но мины есть. А где же тогда мол, боже мой. Ну, я все же туда пройду, посмотрю, что там находится. Потому что, вы сами, ребят, понимаете, я очень интересующийся парень. Так что... Если я сюда не зайду, я умру от любопытства. О, ни хрена себе, как... О, аха, до свидания, ребят, до свидания. Я эти ловушки знаю. И что будем делать? Открой аккуратно вентиль, когда закрываться будет, я выстрелю. Ну давай, братан, только аккуратнее, чтоб нас не убило. Давай, стреляй, ну же. Ни хрена себе, как рванул, вы это видели? Открывайся, господи. Все, пошли. Да что ж она закрывается так быстро? Пошел быстрее, все, братан. Только максимально надо быть аккуратным. Сколько же тут трупаков, боже мой. Надо быть максимально аккуратными, потому что можем нарваться на мину, и все, до свидания. Так, там у нас лифт едет, чувствую, мол, именно там и находится. Сейчас будет жарко, да. По-любому. Я готов, на счет 3 открываю. Раз. Ой, братан, не надо. Давай, пошел. Блин, они там повсюду, что ли? Я не могу даже выглянуть, господи. Но мы же должны что-то сделать, черт подери. Давайте, вперед, там вообще... Нет, видно, там негде прятаться. Братан, извини, но ты сам предложил. Давайте, вон, вижу одного. Так, все, минус один. Еще минус один наш. Давайте сейчас мы кинем гранатку аккуратно. Ни хрена их там, вы на это гляньте. Ну, она должна прям по ним отработать. Все, вроде положил их там. Ну, мы тут, конечно, застряли капитально. Давайте, парни.
парни, погнали. В атаку, да черт подери, какого хрена я лег? Погнали, погнали, погнали. Ой, боже мой. Это была плохая идея, братан. Хотя ты-то заныкался, а мы нет. Давай, давай, братан, они там. Давай, вон, вон, давай, остался один. Давай, братишка, работай, работай. Меня подхильте, пацанчики, меня поднимите. А почему ты меня пропустил? А меня, братан, давай, давай, молодец, красавчик. Спасибо тебе большое, братишка. Так, давай, гранатка пошла. Я пошел тоже по лестнице. О, я пошел обратно. Зря туда-сюда полез, согласен, виноват. Надо было действовать как мандалорец. Вот он, кстати, тактически действует, он красавчик. А я действую примитивные лупы. Надеюсь, меня заметят и спасут. В общем, ребят, на нашу посадочную площадку уже они напали, но мы, благо, ее отбили, и тут уже никого нет. Ни хрена себе, какого черта это было? Вон, вон, носок там на другой платформе работает. Черт, у нас один лад, и он тоже кипит. Блин, это очень плохо. Нам надо сохранить наш единственный один лад. Ребята, давайте, я в нас верю. Ну все, вроде миссия выполнена. Мы зачистили всю планету, весь город, по крайней мере. И вроде лад, ну, я бы не сказал, что в порядке, но летать, я думаю, можно. Только вот у меня вопрос, где Дарт Мол? Но, наверное, нам сейчас командор доложит об этом. Вы обнаружили Мола? Мола мы не обнаружили, поэтому... А, ну ясно, все, конец, короче. Мы отсюда, похоже, не улетим. А кто это сделал? Ожидаем спасительный лад. Ожидать долго не пришлось, я уже слышу звуки мотора. О, точнее, ну да. Я тоже слышу. Блин, капитан Рекс тут, конечно, прикольный. Прикольно он отыгрывает. Опа. Опа, нифига себе. Нормально, нормально. Мы ждали тут, а он там. Ну ладно. Погнали туда, почему ноу? No. Мол замечен в западных коридорах, бойцы, и бойцы, двигаемся, я уже выслал. Нам сообщили, что мол был замечен в западных коридорах, но капитан Рекс нам приказал стоять около латов и ожидать дальше указаний. Ладно, давайте. Может, мы сейчас будем эвакуироваться, кто знает. Наша, в принципе, задача тут ясна. Ну что ж, друзья, вот такая вышла битва за Мандалор. Как прямо старались мы сделать в мультсериале «Война клонов» именно в 10-9 сериях. Надеюсь, что вам очень понравилось, потому что мы действительно старались. Обязательно заходите на сервер, очень классный, очень крутой, советую лично от себя. Также подпишись на канал и оставь свой царский лайк. Заранее тебе спасибо, также благодарю за просмотр и увидимся в следующем видосе.